Ты не знаешь, как установить шейдер на Майнкрафт? Сейчас я тебе объясню все быстро и понятно. Заходим в любой поисковик и пишем «шейдеры Майнкрафт» и «версию». Нажимаем на первую ссылку, и нас забрасывают на сайт, где можно скачать шейдеры. Тут будет много разных шейдеров, но всем советую это вот этот. Заходим на любой шейдер, который вам нравится. Дальше листаем вниз и ищем ссылки. И дальше тут у вас высветится версии, то есть 1.19.3 по 1.16 или 1.15.2 по 1.12. И выбираем нужную для вас версию. Дальше заходим в свой лаунчер, нажимаем на папку, ищем папку Shaders Pack, закидываем папку в эту папку, а теперь заходим в Minecraft. В самом Майнкрафте заходим на настройки графики, шейдеры, и у вас тут появятся все шейдеры, которые у вас находятся в папке. Выбираем тот шейдер, который вам нужно, и наслаждаемся вот этой красотой.